На канале НТВ состоится премьерный показ детективного остросюжетного сериала «Адмиралы района». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Первая и вторая серии. При взрыве погибает подполковник МВД в отставке Константин Игнатьев, друг подполковника ФСБ Андрея Девятова. Пока Девятов занимается расследованием происшествия, генерал Рубцов обращается за помощью к отставному полковнику Городецкому. Рубцов хочет вывести на чистую воду начальника Григория Таранца и для этого просит Городецкого собрать команду из проверенных бывших сотрудников МВД. Генерал давно подозревает, что Таранец замешан в преступлениях и, возможно, даже причастен к взрыву. Тем временем Девятов узнает, что машину со взрывчаткой пригнал Матвей Веселовский. Девятов следит за ним и видит, как Матвей встречается с Никой Кругловой, дочкой заместителя главы Новоадмиралтейского района. Поскольку торговый центр принадлежит бывшей жене Круглова, Девятов не исключает, что чиновник причастен к взрыву. Круглов, используя свои связи, требует отстранить Девятова от расследования. Тем временем команда генерала Рубцова выводит Таранца на чистую воду. Со стороны ФСБ к группе прикрепляют подполковника Девятова. В это время в СИЗО арестованный Григорий Таранец отрицает обвинение в свой адрес и заявляет, что его подставили. Третья и четвертая серии. Дело по взрыву закончено, но Таранец еще на свободе. Тем временем Девятову звонит Круглов и просит о помощи. Бизнесмен Орешкин предложил Круглову выкупить у него торговый центр, в котором должен был произойти взрыв. За помощью в отдел приходит Лилия Шаманская. В результате махинаций с документами ее знакомой приходится делить квартиру с парой, которая старается выжить ее из квартиры, предлагая за долю сущие копейки. Аверин соглашается помочь Лилии. Тем временем в районе похищают директора микрокредитной организации Антона Еремчука. Рубцов приезжает лично просить Городецкого и Девятого подключиться к расследованию этого дела. Сыщики выходят на Максима Боровских, бывшего сотрудника спецслужб, который и спрятал Еремчука, заставив того рассказать на камеру о схеме по отмыванию денег. Городецкий едет в управление с флешкой, на которой записаны показания Еремчука, но по дороге он пропадает без вести. В это время к Круглову приходит Таранец и предлагает сотрудничество. Таранец может быть очень полезным, ведь он хорошо знает район. Кроме того, через полгода пройдут выборы в законодательное собрание, и таким образом Таранец хочет занять вакантное место помощника Круглова. Премьера новых серий состоится 18 мая на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.